Я так чувствую, что у вас сейчас такие... Да-да. Те люди, которые не смогут попасть в главный зал, они смогут наблюдать все посредством прямой онлайн-трансляции, которая будет отображаться на экранах. Архангел Гавраил обратился к пророку Мухаммаду в православных храмах и других религий. Это человек для себя познает. Наверное, не надо пугаться. Все-таки люди, когда покупали жилье или сюда переселялись, они знали, что они будут жить около мечети. Вас не смущает...